This conference will now be recorded. Итак, уважаемые друзья, еще разочек представлюсь. Меня зовут Эпов Дмитрий Андреевич. И сегодня мое выступление посвящено тому, что такое или кто такой 3D-художник, или что такое профессия 3D-художник, почему она интересна, почему она востребована, и почему, если вы человек творческий и близки к компьютерным технологиям, вам это может быть очень интересно. В двух словах о себе. Я очень давно занимаюсь 3D-графикой. Я в основном работаю в 3ds Max. Сейчас в последнее время еще в Blender довольно много работаю. Естественно, использую такие системы визуализации, как Corona V-Ray. Работаю с Photoshop, Premiere, After Effects. Что-то черчу в SketchUp. Иногда создаю какие-то интерактивные вещи в Unreal Engine. Но так или иначе, все, что мне интересно, это 3D и видеотехнологии в разных вариантах их проявления. Также я работаю как преподаватель уже очень давно, но при этом постоянно делаю какие-то проекты для индустрии, а также веду свой канал на YouTube. Также у меня есть персональный сайт «Эксперт 3D», где есть мое портфолио, которое вы можете посмотреть и, в общем-то, в какой-то степени оценить уровень моих работ. К сожалению, совсем свежие работы выкладывать не могу, потому что на них действуют еще некие ограничения, которые почти всегда, скажем так, определены контрактом между исполнителем и заказчиком. Совсем свежие вещи выкладывать не получается, всегда прям пауза года два. Но как бы там ни было. Кстати, все иллюстрации, которые сегодня будут в моем выступлении, это мои собственные работы. Но, тем не менее, давайте двигаться вперед. Итак, ну, я, конечно, не имею в виду вот это под своей иллюстрацией. Давайте в двух словах. Что такое 3D-художник? Это человек, который одновременно близок и к креативу, и к творчеству, и к компьютерным технологиям графическим. К 3D и к 2D не так важно. Чем он занимается? Он создает разного рода работы, как их еще называют арты. Под этим понимается как плоские какие-то рисунки, так и сложные 3D. Модели, композиции, визуализации. Но поскольку мы говорим именно о 3D-художнике сегодня, да, а не просто о CG-художнике, то мы будем иметь в виду, что в первую очередь это все близко к 3D. Какая начальная подготовка от вас потребуется? Ну, как минимум, некая базовая компьютерная грамотность. То есть вы должны понимать, что такое там файлы, папки, не бояться флешку втыкать в компьютер, ну и все такое. Что-то особое, мега крутое на начальном этапе не нужно, но чем больше у вас навыков, связанных либо с рисованием, либо с компьютерными технологиями, тем, конечно, лучше. Но это странно было бы отрицать. Какие навыки главные? Вот что нужно хотя бы минимально уметь делать, чтобы стать CG-художником или 3D-художником? Главное – это творческий какой-то потенциал и умение рисовать хотя бы очень грубо. То есть какие-то минимальные художественные навыки здесь необходимы. Потому что когда мы говорим о креативе, это почти всегда понимается создание чего-то из головы, и там в голове оно должно изначально сформироваться. И сформироваться в таком виде, чтобы вы могли это хоть как-то представить с помощью компьютерных технологий современных. Об этом сейчас отдельно мы поговорим. Какой софт при этом используется? То есть какое программное обеспечение? Практически любое. Опять-таки, здесь нет каких-то канонов. Но если говорить о 3D, это, конечно, классика жанра, это 3ds Max. 3ds Max – это каноничная система, которая уже очень много лет на рынке и которая позволяет очень неплохо свои творческие замыслы притворять в жизнь. Есть, конечно, такие системы, как Blender, Cinema, Maya, они тоже все весьма актуальны, но, тем не менее, Max – это такой эталонный стандарт 3D, поэтому в первую очередь речь будет, конечно, о нем. Ну и почему эта профессия востребована? Тоже ключевой момент. Как вы понимаете, друзья мои, сейчас все, что мы видим, это либо образы в интернете какие-то, либо видео, которые там же нам представлены. Поэтому создание этих образов, создание этих видеороликов, их компоновка – это, ну, огромный вклад и в художественный, так скажем, мир цифровых технологий, и в чисто коммерческие его аспекты. Поэтому, конечно, очень полезно, очень важно уметь формировать такого рода контент, и его, да, можно хорошо продавать. И вот ключевой момент, который надо прояснить. Есть два крайне похожих направления в компьютерной 3D-графике.
это 3D-художник, он же по-английски называется 3D-artist, и 3D-визуализатор. И вот в чем отличие? Есть каноничная такая профессия тоже, называется 3D-визуализатор. И есть современная профессия 3D-художник. Главное отличие в творческом начале. То есть, если мы говорим о 3D-визуализаторах, это технически очень хорошо подкованные специалисты, хорошо знающие такие программы, как Max, V-Ray, Corona, всякие там Photoshop, Corel, очень часто всякие строительные системы, чертежные, типа AutoCAD, ArchiCAD, Revit, SketchUp. И здесь мы говорим в первую очередь о том, что человек ловко умеет взять чертеж какого-то здания, интерьера, прибора, устройства, автомобиля и сделать его совершенную красивую 3D-модель и представить ее заказчику в виде живого видео или привлекательных картинок. Ну, честно говоря, то, чем я занимаюсь, 90%, наверное, времени своего. Ну, может быть, 70%. Вот. 3D-визуализация – это тоже такое очень интересное направление, но оно не сильно творческое. То есть тебе там нужно освоить буквально там 2-3, ну, не 2-3 кнопки, это очень грубо, 2-3 приема художественных. Ну, то есть там немножко композицию понимать, немножко в цвет, ну и умение воспринимать то, что заказчик тебе говорит, и разглядывать чертежи, и в голове из них строить какой-то образ. И дальше ты по чертежам рисуешь все, что значит от тебя ждут, что ты нарисуешь, и продаешь это за деньги. Вполне толковая затея, но это не 3D-художник. Здесь именно творчество, оно минимально. И если вам хочется творить, то это не совсем то направление. 3D-художник, он создает сам изображение не по чертежам, а по своему замыслу. Поэтому да, в голове что-то должно быть, и это чего-то надо формировать на основе некой насмотренности, некого понимания природы вещей. Но, естественно, 3D-художник должен уметь рисовать. Если вы хотите создавать персонажа, значит, нужно немножко уметь в анатомии. Разбираться в цвете, в свете, в композиции, в перспективе. И очень важно умение совмещать навыки двухмерной и трехмерной графики. То есть делать какие-то скетчи, и потом эти скетчи превращать в 3D. 3D-художник – это намного более емкая и творческая профессия. Она, естественно, требует от вас больше скиллов, больше умений. Но вообще-то, если вы посмотрите на рынок 3D-визуализаторов, то вы увидите, что он переполнен уже через край. Поэтому, если вы умеете в художественные навыки, если вы реально доведете себя до состояния, когда вы умеете в голове что-то придумать, потом это сделать в виде скетча и потом это визуализировать красиво, то ваши, скажем так, конкурентные преимущества будут серьезным образом выше, чем преимущества тех, кто научился просто брать чертеж и делать из него 3D. И ставить там лампочки и визуализировать все это. Поэтому 3D-художник – это более востребованная профессия, и там меньше конкуренции. И вот мы видим с вами классические такие каноничные примеры. Вот это 3D-визуализация в чистом виде. То есть, да, есть чертежи, ты взял чертежи, ты по ним поставил мебель, подобрал материалы, сделал красивый свет, ну и сделал нормальную картинку, которую тебе оплатили. А вот это что-то уже близкое к именно артисту. То есть ты вот подумал, как бы хотелось тебе передать вот некий образ летний, утренний, велосипед, озеро, свет красивый, дуб какой-то. Ты где-то это видел, и вот ты сделал такую картинку. Естественно, ты ее не продаешь напрямую, но так или иначе, это тоже по-своему вполне коммерческий объект. Так вот, друзья мои, разница между художником и визуализатором, я думаю, понятна. И мы с вами говорим сегодня именно о 3D-художнике. И, как я уже говорил, 3D-художник – это профессия, которая позволяет раскрывать именно творческий потенциал, а не потенциал умения читать чертежи и делать из них правильные картинки, подбирая материал. Это тоже очень нужно. И люди, которые, ну скажем так, лишены творческого какого-то начала, но близки к техническому совершенству, у них 3D-визуализация получается очень хорошо, просто приловчившись это делать. Но мы говорим сегодня о художественных потенциалах, о творческом, скажем так, начале. И 3D-художник – это хорошая затея в том плане, что можешь раскрывать себя в том направлении, которое тебе близко. Не очень выразился. Но, то есть ты можешь делать именно то, что тебе нравится, то, что ты умеешь, то, в чем ты разбираешься. Если вы хорошо разбираетесь
в технике. Вы можете придумывать классные разные технические устройства и делать контент, допустим, для компьютерных игр, делать контент для видео, для кинопродакшена. Если вы хорошо разбираетесь в сувенирке, ювелирке и умеете в голове представлять какие-то красивые украшения, например, вы можете заниматься в этом направлении. Если вам нравится рисовать персонажей, то, естественно, там вообще непочатый край. Ну вот, то есть тут, в отличие от 3D-визуализатора, где почти всегда речь об интерьерах и домиках, ну потому что это 90% всего рынка, 99, я даже сказал, тут вы можете найти себя в каком-то направлении более интересном и, опять, более таком узком, в котором у вас будет меньше конкуренции. Но в любом случае речь идет о чем? Об умении создавать 3D-модели. То есть чем бы вы там ни занимались, как бы ваша профессия ни называлась, дженералист, художник или визуализатор, все равно все на базовом уровне упирается в умение создавать 3D-модели. То есть вы берете некий софт, 3ds Max, Blender, Cinema, Maya. Ну, как база это Max или Blender. И в нем делаете 3D-модель. Вы ее делаете, ну, если нормально подходить к вопросу, то на основе скетча. То есть вы сначала рисуете ее в 2D, делаете наброски, и потом уже в 3D делаете модель из набросков. Потому что 3D-моделинг – это трудоемкая затея. Если ты где-то там в середине пути понял, что надо было все по-другому делать, а ты уже времени потратил кучу, то переделывать модель под новое свое видение – это, как правило, очень трудоемко. Поэтому лучше к моменту, когда ты начинаешь строить модель, иметь какое-то представление о том, как она должна выглядеть. Именно поэтому 3D-художник – это в первую очередь именно человек, способный представить до конца образ и только потом делать модель. Так вот, вы создаете модель. И потом вы переходите к ее, друзья мои, визуализации. Под визуализацией понимается использование, опять-таки, того же ПО, того же Макса, например, с VRM, для того, чтобы показать вашу модель с материалами, со светом, вполне возможно, в динамике. То есть, если это, допустим, какой-нибудь автомобиль футуристичный, то можно нарисовать для него окружение, какой-нибудь там гараж или мост, и сделать видеоролик, как он по нему замечательно едет, обгоняя другие автомобильчики, как стоячие, скажем. Вот, то есть тут 3D-художник – это не только про статику, это еще и про движение. То есть очень часто речь идет о создании видеороликов, которые как контент сами по себе интересны, но и, опять-таки, коммерческую ценность имеют, порой куда более высокую, чем статика. В любом случае вам потребуются навыки в визуализации и в 3D-моделировании, и в скетчинге для того, чтобы доводить свои концепции до зрителя в виде законченного образа. Ну и если говорить объективно о том пути, который вам необходимо пройти, преодолеть, превозмочь, для того, чтобы стать специалистом в этой области. Вот наше видение профессии 3D-художника. Уважаемая Марианна, кстати, скинула ссылочку на дипломную программу в чат, вы можете в чатике щелкнуть по ссылке, откроется сразу страничка нужная. Но как бы то ни было, вот программа учебная. К чему она сводится? Вы сначала изучаете именно художественное направление. То есть вы понимаете, как рисовать. Даже если вы раньше никогда не рисовали, на начальном уровне ничего сложного в этом нет. Ну, чтобы рисовать как, не знаю, там Рембрандт или Шишкин, там понятно, что нужен талант недюжинный. Но для того, чтобы просто научиться рисовать понятные, хорошие вещи, образы какие-то, это не что-то такое недостижимое. Поэтому идет понимание рисунка, идет понимание основ дизайна. Но в первую очередь то, что вам нужно в 3D, это композиция и цвет. То есть всякие там 3D Max с блендерами, они за вас все дорисуют. Но без композиции и цвета очень сложно. И здесь как раз дается скетчинг. Скетчинг – это быстрый 2D рисунок. Это как раз то, что нужно для того, чтобы сделать парообраз 3D-модели. Ну а дальше уже тяжелая артиллерия, это 3ds Max. Ну там Photoshop еще, естественно, без Photoshop тоже тяжеловато. Вот Photoshop, потом 3ds Max. И 3ds Max там во все тяжкие уже, для того, чтобы вы могли всерьез строить 3D-модели, всерьез их анимировать, визуализировать. То есть как угодно представлять эти модели зрителю так, как вам бы хотелось их представить. Также включен ZBrush. ZBrush – это скульптинг, то есть это не классическое 3D-моделирование, а скульптурная лепка модели. В некоторых случаях так проще модель представить. Ну и в конце группы, в конце курса – это House Group V-Ray, это система визуализации для 3ds Max, которая позволяет очень круто визуализировать красивые
сложные проекты с, ну, действительно фотореалистичной подачей. Можно и без нее делать визуализацию, но с ней, конечно, намного интереснее получается. Вот это, друзья мои, если в двух словах говорить о том, что такое 3D-художник и как достичь определенных вершин в этой деятельности, правильно начав. Потому что, конечно, когда ты заведомо понимаешь правильный путь к специальности, извините, да, тебе намного проще ее осваивать. По поводу ситуации на рынке, сколько там платят денег, что нужно уметь, как правильно трудоустроиться, после меня будет выступать наш уважаемый карьерный консультант. И она вам расскажет об этом более подробно. Я скорее имею дело с творческой и с учебной частью. Могу только сказать, что наша компания предлагает очень много разных форм обучения, поэтому если вы живете не в Москве, если вы хотите учиться онлайн, если вы хотите учиться онлайн, но в своем графике, это все можно организовать. То есть всякие сложности, типа там того, что вы работаете, допустим, и не можете в определенное время подключаться, или у вас там не каждый день свободные окна есть. Это все решаемо, и вы все равно сможете учиться и учиться эффективно. Ну и хочу заметить, друзья мои, если вы надумаете осваивать эту замечательную профессию, то мы можем представить вам определенную скидку по специальному промокоду, который позволит вам неплохо сэкономить денег. Поэтому, друзья, сейчас я передаю слово нашему карьерному консультанту. Ирина Александровна, вы со мной? Добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий Андреевич. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Спасибо, что остаетесь с нами. Так, я вас не слышу. Одну секундочку, у меня звук, наверное, отключен. Давайте я передам вам права презентатора. Да, с удовольствием. Прошу вас. Так, я прошу проставить в чатике плюсики, если вы видите мою презентацию, если меня хорошо слышно. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, я представлюсь. Меня зовут Янина. Я представляю службу трудоустройства учебного центра «Специалист». Собственно, в ближайшие 5 минут я расскажу вам о программе поддержки трудоустройства выпускников нашего учебного центра. Представлю статистику по уровню заработных плат 3D-художника, той профессии, о которой мы сегодня разговариваем, в каких сферах будут востребованы навыки, а также рассмотрим примеры портфолио 3D-художников. Итак, в нашем учебном центре действует программа поддержки трудоустройства выпускников, включающая бесплатные индивидуальные карьерные консультации, помощь с подготовкой качественного резюме, подготовкой к собеседованию. Мы также регулярно собираем вакансии, стажировки от наших партнеров, приглашаем на наши онлайн-мероприятия работодателей, где они презентуют свои вакансии. Итак, если сейчас среди наших слушателей есть выпускники нашего центра, кто нас учились, обучались за свой счет, вы можете сфотографировать QR-код слева и записаться на индивидуальную карьерную консультацию. Кроме того, если вы и ваши близкие, знакомые находятся сейчас в поиске работы абсолютно для всех желающих бесплатно, у нас есть полноценный 8-часовой курс по успешному поиску работы и трудоустройства. Это QR-код справа. Можете его сфотографировать и записаться на этот курс. Он проходит у нас ежемесячно. Повторюсь, это полноценный 8-часовой курс, который предоставляется абсолютно бесплатно. Как разработать резюме, как пройти собеседование, как написать сопроводительное письмо, где и как искать работу и так далее. Ну и, собственно, вернемся к теме нашего сегодняшнего мероприятия – актуальность и востребованность профессии 3D-художник, где используются объемные модели, как уже говорил Дмитрий Андреевич. Объемные модели используются, естественно, в проектировании, для создания визуальных эффектов в кино, для разработки компьютерных игр в геймдеве, при создании 3D-анимационных фильмов, в рекламе, музыкальных клипах. Где можно работать после курса? 3D-художник или какие можно выделить основные направления и специализации?
Это может быть, например, художник по персонажам, если вы хотите изображать людей, героев игр, анимационных фильмов. Это может быть художник по твердым поверхностям, игровой художник, моделирующий оружие, механизмы, технику, художник окружения, генерация реалистичного окружения, ландшафта, растительности, художник по текстурам. Он создает текстуры, материалы, прорисовывает мельчайшие детали. Также вы можете обучиться у нас на художника по визуальным эффектам, создает трехмерные визуальные эффекты. И у нас есть отдельный курс 3D-дженералист, это уже универсальный специалист, который создает, моделирует, создает общие концепты, интерфейсы, анимацию персонажей создает. Итак, что касается средних заработных плат, по данным портала HeadHunter, ну, это средние данные по всем индустриям, по Российской Федерации в целом. Джуны зарабатывают до где-то 50 до 60 тысяч рублей, среднего уровня мидли 80-100, сеньоры высокий уровень 110-150 и тимлиды до 300 тысяч рублей. Если говорить про фриланс, то разброс цен на проектную деятельность достаточно огромный и большой. То есть, например, одна модель для игры может стоить от нескольких тысяч рублей до там, 200 тысяч рублей. А, например, вам могут заказать, например, еще и там, 50 моделей диванов, если заказчику проще и выгодно его сделать его 3D-модели, а не сфотографировать. По данным рекрутинговой компании GetExperts, это бывший кейс в Game 9, то есть в игровой индустрии, средние, минимальные и максимальные заработные платы, по данным на сентябрь 2022 года для Москвы и Санкт-Петербурга, вы видите на слайде. Но здесь подразумевается достаточно высокий уровень от сеньора до тимлида. Собственно, к самому интересному перемещаемся. В любой творческой профессии продемонстрировать ваши навыки и уровень профессионального мастерства помогает портфолио. Соответственно, в настоящее время невозможно устроиться на работу без портфолио в арт-индустрии. Например, в геймдеве для создания портфолио нужно отнестись максимально серьезно. Ну, так вы, естественно, позиционируете себя как профессионал. Так вот, каким же должно быть портфолио 3D-художника? И об этом, собственно, не лишним может, нужно будет задуматься прямо в самом начале обучения, ведь учебные работы вы тоже можете опубликовать в своем портфолио. Ну, как правило, рекомендуют сделать следующее. Зарегистрироваться, заполнить профиль на известных арт-площадках. Вот они приведены на слайде. Art Station, Behance. Лучше с вашими реальными фото на аватарке. Обеспечьте простой доступ к своему портфолио для потенциальных работодателей. Лучше, конечно, чтобы оно было публичным. При подборе проекта для портфолио ориентируйтесь, чтобы в каждой работе была идея, нюанс. Стремитесь к тому, чтобы ваши рисунки соответствовали принятым в данной отрасли нормам, графике. Выберите один жанр, стиль. Подготовьте портфолио целенаправленно для конкретной студии или позиции. И выберите 5-6 работ, которые должны первыми отражаться в вашем портфолио. Они должны быть самыми лучшими, самыми сильными, самыми красивыми. Они отражаются первыми как раз на ArtStation, Behance. Минимум должно быть 6 артов в портфолио. И если вы размещаете видео, то не более 30 секунд. Также рекомендуется показать разные вариации своих персонажей, продемонстрировать разные эмоции, разные объекты, разные локации, серии картинок. Также можно продемонстрировать видимый прогресс в своих профессиональных навыках в портфолио. Вот, например, продемонстрирую пример профилей 3D-художников на площадке ArtStation. Вот видно последние там, 5 работ, да, как мы видим. А так выглядит другой сайт, где тоже рекомендуется разместить свое портфолио. Собственно, вот пример как раз портфолио 3D-художника. Как вы видите, это на площадке Art Studio, Art Station, прошу прощения. И, собственно, вот так рекомендуется показывать серии картинок своего персонажа, например, да? И для примера портфолио 3D-художника на другом ресурсе. Собственно, это все, что я хотела вам сегодня показать, уважаемые слушатели. Благодарю вас за внимание. Желаю вам творческих и профессиональных успехов. И напоминаю, что учебный центр «Специалист» – ваш путь к успеху. Дмитрий Андреевич, вы с нами еще? Да, конечно, я с вами.
Если у слушателей есть какие-то вопросы ко мне или к Дмитрию Андреевичу, вы можете задавать их в чатике, мы еще здесь. Уважаемые друзья, было приятно провести с вами это время. И да, мы к вашим услугам. Если у вас есть какие-то вопросы, будем с вами с радостью общаться. Ну что же, уважаемые дамы и господа, еще раз напомню, что есть вот такой замечательный промокод, по которому вы можете получить скидку на обучение по профессии 3D-художника. Также могу заметить, что поскольку такие профессии, как 3D-художник, 3D-визуализатор или, допустим, дженералист, они очень близкие, то если по какой-то причине вы захотите заняться именно визуализацией классической, ну, например, рынок так среагирует, что, допустим, появятся заказы, то, естественно, вы сможете легко в это вписаться во все. То же самое касается и дженералиста. Но только дженералисту будет сложно в художника по той причине, что как раз у художника есть образование, связанное с творчеством. А, как правило, визуализаторы – это люди, которые больше привыкли полагаться на чьи-то готовые уже решения творческие, которые нужно технически воплотить на экране. Это далеко не одно и то же в плане сложности. Поэтому, если у вас будет желание освоить творческую профессию, то 3D-художник – это как раз вот про это. На этом, друзья мои, у меня все. Позволю себе включить веб-камеру и со всеми попрощаться. Мое почтение, друзья. Всех благ. Буду рад видеть вас на наших. Пожалуйста, пожалуйста. Я останусь еще на линии минутки 2-3, для того, чтобы вы могли задать вопросы, если они у вас по какой-то причине еще не заданы, но имеются. Ну что же, все благ в таком случае, друзья. Увидимся. До свидания. Конец связи.